Sie haben gewartet und gewartet vergeblich. Manche warten immer noch. Doch erinnern Sie sich an diesen Moment, wo Sie in der Früh gehen zu Ihrem Alibert, machen auf und was sehen Sie drinnen? Sie sehen die erste Barada. Lektion 1 russische Sprache. Bart auf Russisch heißt Barada. Wir sprechen das alle zusammen richtig aus. Barada. Хорошо? Und die richtige Tonart jetzt ist Barada. Ah, хорошо, еще раз. Barada. Sehr gut, noch ein letztes Mal. Barada. Пожалуйста, начнем. А не мечтал, вырезал из журналов картинки. Я на парте ее рисовал, а не думал во время линейки. Как надеялся я, как ждал, но она так и не появлялась. И казалось мне, что она просто надо мной издевалась. И ушел я в запой, беспощадный запой, и не думал о ней уже несколько дней. И вот только тогда неожиданно вдруг у меня появилась она. Everybody, барада! У меня появилась она. Как Фу Манчу, как Чак Норрис, братвой я бился. Мародищу сказал отращу, Че Гевара бы мною гордился. Зизи Топ из колонок кричал и запел я как Барадай. Я так долго себя искал, знал в раю борода тоже в моде. Аллилуйя. Щетиной я шальной, я с усами чумной, с испанёлкой хорош, на козла был похож. Пролетели года, и нашел я себя. У меня посидела она. All together. У меня посидела она. Нашел я себя.